И снова здравствуйте, друзья. На сцене ансамбль The Hook, для всех почти участников которого Санкт-Петербург – родной город. А как сказал один из дорогих сотрудников Фишфабрик, этот клуб является нашим домом, родным. Это правда, мы здесь все выросли. И для нас всегда особая честь и удовольствие выступать здесь, особенно в Старый Новый Год. Еще раз огромное спасибо группе «Неводы» за супер выступление. Мише Егорову, Паше Степановскому отдельно, кумиры молодости. Спасибо, «Неводы». На сцене The Hook. Все, что я вижу, ты.
держать и не убежать. Не надо держать, не надо, надо, надо держать. Удержать. Ай, мне больше нерва. Мне так трудно кричать, рот не открывать. Особенный концерт сегодня. Старый Новый год. Это точно. Любимый клуб, друзья. Любимые люди вокруг. Дети, родители. Здесь, в зале. Группа «Неводы». Все здесь. Специальные гости. Ну и мы рядом. Всегда.
Шнурка. Спасибо, что вы все пришли, не сели, да и так слышно, все-таки в театре работаю. А это самое, с наступающим вас Старым Новым Годом, спасибо, что не остались дома, а пришли нас поддержать, повеселиться, ну, не знаю, сколько повеселиться. Поактивнее, подходите, спасибо, поближе, следующая песня негромкая, лирическая, называется «Дорога». Идите к нам. Под откос. Ничего за спиной, ничего всерьез. Я такой, какой я есть, продолжает вертеться земля. Мне до вас дела нет, не должно быть и вам до меня. Советы глупы. Я всего лишь хочу понять, так же, как вы, как мне дальше по жизни быть, ничего от жизни ждать. Не хочу поступать, как вы, не хочу себе и дальше врать. Сам. Где, когда и за что заплачу по счетам. Время точно укажет путь, по которому идти. В этот день я уйду от вас, не мешайте, должен сам пройти. Ансамбль «The Hook».
Ну, теперь немножечко любимого хард-рока. Жалко, Василий Владимирович поехал на другой концерт. Так он нам составил компанию. Классики. Никому не помешает. Любим мы классику. Да. Лёха, давай по готовности. Если это возможно. Если позволь. Это вот не здесь... наш метод. 4,5 градуса. В зале находятся Владимир Филиппович и Арсений Станиславович. Вам нравятся дети? Ура! Мы потом как-нибудь сделаем, они будут у нас. Ваших детей нет? Коля, Леша, в зале нет ваших детей? Хорошо. Хорошо? Не забыл. We'll be right back.
уходишь, как боль. Боль уходит с тобой. Как забыть, как ночь начать, как от глаз ее убежать. Придешь ли ко мне в моем жутком сне? Не верю в любовь, любовь, как стон. Прощай. Которые понравились эстрадным исполнителям. Да. И песню, которая прозвучит сейчас, возможно, вы слышали в исполнении другого, менее популярного коллектива, который исполнил ее для, как заглавную песню первого сезона сериала «Пацанки», который идет на канале «Пятница», федеральном. Который курирует, который у нас, в нашем коллективе курирует барабанщик. Николай Гладышев. Николай барабаны! Yeah.
Спасибо! Спасибо! Следующая песня называется «Иди сюда». Если вы хотите подойти поближе, не стесняйтесь. Я уже здесь. Спасибо. Стас, Стас, Аня. Молодцы. Спасибо. В кого плюну, я не виноват. Вот это другое дело. Это рок-концерт. Давно уже я жду и жду, забыв про всех, забыв про все, живу застыв, устав мечтать в предчувствии. Песни зазвучат, зажгутся все огни ко мне, и встретятся душа с душой в предчувствии одной любви. Любви. Иди сюда, иди скорей, я знаю встретить как любовь. Давно уже я жду и жду, пришла нет-нет. Жить хочу. Да, лист.
исполнение следующей композиции мы хотим пригласить на эту сцену нашего друга, легенду рокобили, калифорнийского хардкора и хауса, Дана Шувалова, а посвятить эту всем... А ну-ка, нервные, поаплодируйте, ядрит Мадрид. А посвятить эту композицию... Как писал Козьма Прутков, канифоль, также необходимо смычку, виртуоза, как похвала гению. Поаплодируйте. И по традиции посвящается эта композиция Станиславу Александровичу Блуму, и вы все узнаете эту песню. Зига! Change you made. Spring is on again. Rain production. Every fucking body, come on! Candy waters, a lot pretty signs, and a harness in a line, and a pillar shot is gone, and I don't know what it means. Спасибо!
Спасибо, Дан Шувалов. Спасибо, друзья. Спасибо, Станислав Блум. Кстати, после концерта, извини, Фишфабрик, всех жду в даче на House Music. Спасибо. Нихуя я себя откомментировал, да? Поаплодируем быстро. В зале дети! Сейчас исполним еще одну композицию, написанную не Стасом Сытником, но... И не тобою. Ансамблем, который нам очень близок. Да, я люблю. И люб. Я фанат. Мы так, собственно, и познакомились со Стасом в 207-й школе. А никто не учился в 207-й школе больше из присутствующих? В Петербурге? Нет, здесь. В Санкт-Петербурге? 207-й. Да. Вот. 207-я школа. 92-й год выпуска. 93-й.
Ну что ж, вот следующая песня посвящается всем выпускницам 207-й школы города Санкт-Петербурга. Thank you.
братья и сестры! Только это спасет наш сраный мир. Друзья, наш концерт заканчивается. И в заключение мы хотим вас еще раз поблагодарить за то, что встретили практически уже вы с нами. Новый год с нами. Спасибо, что пришли. Спасибо друзьям, детям, родителям. Вашей карме это засчется. Особенно мамам. How could you lie to me?
большое. Лид-гитара — Алексей Алфеев. Вокал, гитара — Станислав Сытник. Барабаны — Николай Гладышев. За пультом — Ольга Ходаковская. Спасибо. Ну и на басу — Филипп Брусовани. Спасибо, друзья. Спасибо, Фишфабрик. Спасибо, друзья. Ну а дальше бухать.